Еще не успел завершиться нынешний отопительный сезон, как началось обсуждение подготовки к следующему. Итоги минувшей зимы и планы на очередной отопительный период стали темой совещания в администрации городского округа Люберцы. В нем приняли участие представители госжилинспекции, ассоциации МКД, а также ресурсники из Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарино. Встречу провел заместитель министра энергетики Московской области Владимир Мельник. По поручению руководства мы стали встречаться, в отличие от предыдущих, стали встречаться в мае. Практика показывает, что предыдущие все наши моменты связаны были с тем, что мы не всегда и не очень правильно планировали саму подготовку. И когда мы уже в июне традиционно встречались, то мы уже констатировали, что у нас планы не очень правильно сформированы. Мы разбили кусты на более мелкие, будем так говорить. То есть для того, чтобы предметно поговорить с каждым участником событий, если в этом будет необходимость. По словам Владимира Мельника, к минувшему отопительному сезону готовность объектов ЖКХ Московской области была обеспечена до 15 сентября. В этом году жилищно-коммунальная сфера должна уложиться в эти же сроки. Он отметил, что особое внимание нужно уделить устранению нарушений тепловых и гидравлических режимов работы.